Наша любимая актриса Людмила Гурченко говорила, что невозможно стать женщиной по приказу режиссера. С этим утверждением может поспорить участник нашего шоу Тимур Родригес, ведь ему придется быть не просто женщиной, а великой актрисой. Вообще, что такое легенда? Это человек, о котором уже даже не говорят, не болтают, не судачат. Это икона, это марка. Хочешь, я убью соседей, что мешают спать? Только живи, да. Нет, только не живи. Зажимай, не зажимай, только живи. Mm-hmm. Она, пожалуйста, только живи. Только живи. Да. Как ни странно, немного мимики. Очень много в глазах. Мы поем фактически эту песню глазами. У тебя песня существует на кончиках пальцев электричеством. Электричеством. Да. Вот руки обязательно руки очень хорошие. Это может быть какое-то движение. То есть просто и вот ее вырастающие руки постепенно, да, потом раз она возвращается и продолжает говорить, как будто рук и не было, да? Тимур, скажи, пожалуйста, как найти ту грань, где заканчивается перевоплощение и начинается пародия? Особенно при работе над таким потрясающим образом великой, любимейшей всем народом артистки. Я считаю, что нужно просто постараться как можно больше думать, как она в этот момент. Хотя это абсолютно невозможно, но ее абсолютно невероятное тонкое чутье каждой песни, которую она исполняла, проживала. Вот это же, да, вот это вот невероятное и совершенно необъяснимое умение в каждый слог вкладывать столько смысла. Она больше, чем актриса, больше, чем певица, больше, чем женщина. Правда. Она великая женщина. Пожалуйста, не умирай. Или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу рай. А я не думаю. Что тоже. Я желаю тебе удачи. Спасибо. И провожаю тебя, держу за тебя кулаки. Спасибо. Удачи, Тимур, и до свидания. Здравствуйте, великая Людмила Марковна Гурченко. Пожалуйста, не умирай. Ты, конечно, сразу враг, а я не думаю, что тоже хочешь сладких апельсинов, хочешь вслух рассказов длинных, хочешь, я взорву все звезды. Что мешают спать. Пожалуйста, только живи. Ты же видишь, я живу тобою. В моей огромной любви хватит нам двоим с головою. Хочешь в море с парусами? Хочешь музык новых самых? Хочешь, я убью соседей, что мешают спать. Пожалуйста, только живи. Ты же видишь, я живу тобою. В моей огромной любви хватит нам твоим с головою. Хочешь в море с парусами,
хочешь, за окошком Альпы хочешь, я отдам все песни про тебя, отдам все песни, хочешь, солнце вместо лампы хочешь, за окошком Альпы хочешь, я отдам все песни про тебя, отдам все песни, хочешь я. Тимур Родригес на сцене шоу «Один в один» на Первом канале. Вы знаете, друзья, боль от расставания с любимой актрисой еще так сильна у миллионов людей, которые... не могут понять, почему о Людмиле Гурченко мы говорим теперь в прошедшем времени. Я сам видел неоднократно, как Тимур в присутствии Людмилы Марковны говорил ей замечательные, добрые, полные любви слова. Поэтому будем считать, что этот номер еще одно признание в любви любимой актрисе. Спасибо тебе большое за это. Это очень сложная история. Но, уважаемые члены жюри, очень бы хотелось услышать ваше мнение. Что ж вы делаете с нами, дорогие наши? И память в этом номере, я не разделяю его от образа, который создал Тимур. И тот визуальный образ, который блистательно нам подал режиссер этого номера, это все единое целое. И память, и воспоминания, и эмоциональный надрыв. Не могу успокоиться. По-моему, замечательный, блистательный номер. Спасибо большое. Саша. У меня тоже нет слов. И это действительно сложная, очень сложная история. И очень мощное перевоплощение. И песня такая, песня Земфиры, очень... тяжело. Браво. Я вам скажу, что браво. Спасибо. Любовь Казарновская. По-моему, это блестящая работа. Просто блестящая. Вот эти вот постоянно трагическо-нервные руки. Это из самой простой песни, из самого простого образа всегда такой надрыв, такое... какая-то совершенно невероятная стопроцентное кипение, постоянная точка такая, супер точка. Все это Тимуром подано просто грандиозно. И мне кажется, что вот что им поймано, действительно, вот это какая-то боль, которая была уже в этой песне, боль в самой Гурченко, которая, к сожалению, через некоторое время уже ушла от нас. Вот эта вот боль проживания каждого дня. Тимур это поймал, по-моему, грандиозно. Замечательная работа. Геннадий Викторович. Феноменальное чувство меры, чувство такта, уважение при абсолютном проникновении в характер, в пластику, в состояние души этой редкой актрисы, разной очень, которая завораживала, когда пела песни военных лет. И вот сегодня я увидел, что сделал Тимур. Спасибо. Я думаю, что это тот самый момент, когда не нужно быть многословным. Давайте мы еще раз поблагодарим и Тимура. И самое главное, поблагодарим
Людмилу Гурченко за то, что она украсила нашу жизнь и в кино, и на эстраде, и в театре, и на телевидении. Людмила Марковна Гурченко, вам браво! И спасибо большое тебе, Тимур. Огромное спасибо.